Всем привет! Маленькая рубрика «Пчеловодные лайфхаки». Вот как-то я встречал на форуме, был вопрос, как косить траву на пасеке. Я вот кашу вечером, вот сейчас 7-8 час, лед почти прекращается уже. И газонокосилкой направляю выхлопную трубу от литков. И прохожу, ну и когда и сзади ульев, и спереди так, и прохожу. Там я уже сейчас пару раз прошел, сейчас сделаем проход онлайн. Из лета зиму. Надеюсь, зимой приятно смотреть видео, которые снимались. Сегодня май, 27 мая. Будьте здоровы, всем пока. А если не косить, трава будет по пояс. Ну, вечером. И уже на одуванчике он закрылся, пчелы нет на усадьбе. Завтра свежий уже здесь будет одуванчик, скоро клевер пойдет.